Добрый вечер, мы из Украины. Так, ну смотрите, не могу ничего рассказывать. Стреливают наши позиции с северного, северо-восточного направления. Есть погибшие среди ребят. Поэтому мы там капываемся, ждем, что. Значит, хочу, давайте так. Враг тоже не дремлет, смотрит, следит за нашими перемещениями и пытается противодействовать этому всякими разными вбросами. Я вас прошу, не реагируйте. Хочу обратиться к волонтерам. Огромное спасибо, что вы делаете. Очень много мы получаем. Пожалуйста, не собачьтесь между собой. То есть ситуация сегодня какая-то мелкая была, что в машину что-то догрузили, тот не понял. Все разобрались через полчаса, но друг на друга пообижались и так далее. Все мы делаем одно и то же дело. То, что у нас тут никто ничего там из волонтеров не собирается наживаться, ну, я уверен в них, во всех, в каждом. Поэтому разбирайте ситуации. Понятно, что все напряжены, эмоции и тому подобное. Ну, вникайте, выслушайте другую сторону, не надо сразу драться, кричать, стримы делать в интернете, чтобы все пропало. Я тут самый хороший, а он самый плохой. То есть потом разберетесь, как бы, да, как в этом поговорке. Ложечку-то нашли, осадочек остался. Давайте поспокойнее. Сейчас по всей Украине происходит. Каждый хочет именно своей бригаде или командиру помочь. И каждый считает, что его задача первоочередная. Все задачи важны. Надо разбираться и подходить ко всему с умом. Касаемо военных действий. Вот слышал, в Харькове там отбили населенный пункт. Не могу сказать, что у нас происходит. То есть театр военных действий развивается в нашу сторону, потому что знаем, что у врага плохо с снабжением. Есть слухи, что сняли с Одессы каких-то десантников и пытаются переносить сюда к нам. Ну, хорошо. Вот, действия не дали мне сегодня разрешения на то, что я хотел сделать. Вот, ну, я уже говорил об этом. Но ничего, значит, будем лучше подготовлены и сделаем так, как считают военными. Это тоже правильно. Вот. В общем, все хорошо. То есть всем скучной ночи. Будет настроение, еще появлюсь, но тоже собираюсь отдыхать. Всем бай!